В Видном появилась добрая традиция проводить праздники двора. Для жителей школьной улицы на детской площадке около дома 55А в рамках мероприятия организовали интересные мастер-классы, игры и веселую развлекательную программу с клоуном Алексом. Мероприятие проходит в рамках проекта «Твори добро», которое мы организовали и стараемся его принести в каждый двор нашего города. Это очень важно, я считаю, в наше время, чтобы дети вот собирались во дворах, знакомились, учились жить в одной команде, проявлять себя как-то, творческие свои все навыки показывать. А приурочили это дворовое торжество ко Дню Учителя. Дорогие наши учителя, поздравляю вас с праздником. Желаю вам не только хороших, талантливых, умных детей, но и главное, результативных. У нас самые замечательные учителя в России. Именно у нас, в Ленинском районе, в городе Видное. С праздником вас! Проект «Твори добро» расширил свои границы. Теперь это праздник не только одного двора. Жители с удовольствием пришли даже с дальних улиц города, чтобы тоже стать частью веселого мероприятия. Спасибо, что организовали такой праздник. Это очень весело. Творят добро. Желаем всем также творить больше добра. Те, кто проголодался, мог полакомиться сладкой ватой, вареной кукурузой или вкусными пряниками. Прямо под открытым небом парикмахеры одного из салонов красоты бесплатно делали мальчишкам и их папам модные стрижки. А у девчонок большой популярностью пользовался аквагрим. Все мне нравится. Почаще бы таких бы вы делали. Я надеюсь, что остальные праздники такие же будут и рядом с моим домом. Впечатление хорошее. Нарисовала павлина. Приятным сюрпризом для всех стало выступление актерской школы «Волна» и мастер-класс от ее художественного руководителя Алексея Мельникова. Ну что? Ничего что? Не хочешь сказать? Что? По-моему, это зеркало страшно похоже на шахматную доску. Одна большая-пребольшая шахматная партия. Белая королева, черная ладья. Праздник прекрасен, потому что он объединил в себе сразу несколько задач. Во-первых, это благотворительный фонд организует. И само по себе уже и атмосфера, и настроение, которое вокруг царит, она невероятна. Даже несмотря на ненастную погоду, у детей и их родителей было хорошее настроение. Праздник, продлившийся до позднего вечера, сделал этот пасмурный осенний день теплее. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.